В детской школе искусств поселка Развилка прошел областной конкурс «Слово о музыке». Участие в конференции приняли ребята и преподаватели из разных уголков Подмосковья. На сцене выступили лучшие учащиеся ДШИ, которые выбрали для обучения специальность «Теория музыки». Конкурс по музыкальной литературе проводится в нашем муниципалитете уже довольно давно, но в 2022 впервые обрел статус областного состязания. Дети, которые учатся по специальности теории музыки, они должны уметь общаться с публикой, уметь отвечать на вопросы, то есть показать свой внутренний мир, потому что не только игра на инструменте, но также и музыка как предмет анализа должна занимать видное место в обучении детей музыки. Мы присутствуем уже даже третий год здесь и видим, как растет уровень конкурса, уровень участников. Мы очень рады сегодня здесь быть. Нам очень понравились выступления ребят. Они очень хорошо сегодня подготовились, и мы надеемся еще не раз приехать. Самым интересным было заучивать этот текст, рассказывать его своим учителям и самому себе, чтобы он получился замечательным. Основной темой конкурса стали юбилейные даты со дня рождения сразу трех композиторов – Франца Йозефа Гайдна, Игоря Стравинского и Родиона Щедрина. Все участники конференции с заданием справились и представили уникальные доклады по теме.